Боже, годы быстро летят и как будто теряются. И порой мы грустим, оглянувшись назад. Но строительство Божие в нас продолжается. Стены чудного храма высоко стоят. Из чего эти стены прекрасные сложены? Это ночи молитв, это раны души, это годы и дни, что в страданиях прожиты, и житейские бури, и слезы в тиши, драгоценные камни, любовь и смирение, и терпение, и вера, и жизнь в чистоте. Драгоценны те годы и даже мгновения, что прожиты с Христом, для Христа, во Христе. Все в строительстве Божьем надежно рассчитано. Камни тяжкие скорбей, крепость в нашей стене. Час придет, и строение будет испытано. Устоит ли в воде? Устоит ли в огне? Глубина основания — вот что ответственно. Углубляйся, смиряясь под Божьей рукой. Будут стены твои возрастать соответственно. Бог смиренных душой вознесет высоко. Еще жизнь впереди. Что там ждет? Что там встретится? Еще столько борьбы, еще столько труда, но душа — Божий храм. Пусть сияет и светится неземной красотой, красотою.